Почему я раньше не делал физкультуру? Почему вы сейчас не делаете физкультуру? Все просто, у нас хроническая усталость. Да, я ее так же испытываю, как и вы. Я такой же человек. Я инвалид второй группы. У меня рассеянный склероз. Только на своем канале я не жалуюсь на здоровье, а пытаюсь что-то делать. И тем самым, как понимаю, мотивирую вас. А что, если мы не будем себя сразу нагружать физической нагрузкой, а поставим себе задачу просто быть на 1% лучше, чем вчера? Начни приседать с одного раза, но ежедневно. Начни делать с ЛФК ежедневно. Весь секрет в постоянстве. Главное, не доводи себя до изнеможения. Главное, не доводи себя до изнеможения. Что еще из самого главного я понял, так это не доводить себя до максимальной усталости. Предлагаю вместе со мной провести зарядку. Это всего лишь 5 минут в день. Смотри до конца, побежали.